Всем привет! Анатомичный крой, отличная теплоизоляция в сочетании с дышащими свойствами и, конечно, современный внешний вид. Все это про модель из сегодняшнего обзора. Итак, Sacket 2.0 от испанского бренда Ternua. Чем же она отличается от обычной флисовой кофты? Да почти всем. Во-первых, сделана эта модель из современного материала Warm Shell, который обладает оптимальным балансом дышащих свойств и теплоизоляции. Дополнительно, материал обработан пропиткой ДВР. На тот случай, когда осадки неприятные, но мембрану надевать еще не хочется. Во-вторых, сделана данная куртка для активного спорта. Это значит, что крой максимально анатомичный и не сковывает движений, а материалы обладают высокой степенью растяжения без потери формы. Все швы максимально прочные и расположены так, чтобы не вызывать дискомфорта во время похода. Что касается эргономики, то данная куртка достаточно аскетична, что можно даже назвать плюсом. Центральная молния полная и односторонняя. Два объемных боковых кармана дополнены небольшим нагрудным для мелочей, которые хочется держать поближе. В целом это отличный вариант утепляющего слоя для практически любого вида аутдора. Ходите в походы, выбирайте качественную экипировку и заходите к нам в гости на Sacket 4.